Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы находимся на выставке ProDexpo 2018. Наша фирма называется «Космическое питание». И мы хотим в этом маленьком эксклюзиве представить свой продукт. Наш продукт называется «Космическое питание», выпускается под торговой маркой «Космопит». В своей основе он имеет полную линейку блюд. Это три первых блюда – борщ, суп грибной, суп гороховый. Четыре вторых блюда – это мясное пюре, мясо с гречкой, картофельное пюре с курицей, свинина с овощами. Также есть сладкие блюда – это каша рисовая с курагой и творожный крем с фруктовым пюре. И заканчивает нашу линейку – это напиток «Комфот». Чем удивителен наш продукт? Он удивителен тем, что вы его можете употребить в любых условиях и получить горячее полноценное питание. Для этого в комплект входит вот такая вот космическая грелка. Вам достаточно взять тюбик, который уже идет тоже в комплекте, соответственно, положить в отделение для еды. Во второе отделение вы наливаете водичку, которая у нас то же самое находится в нашей упаковке. Разрывая уголочек, наливаете сюда водичку, происходит химическая реакция с большим выделением тепла, и через 5-7 минут вы имеете подогретое блюдо до 40 градусов Цельсия. Это та температура, при которой будет комфортно употреблять вам как первое блюдо, так и второе. Дальше в этом, скажем, в нашем комплекте идет вот такая спиртовая салфеточка. Где бы вы ни находились, вы всегда можете соблюдать гигиену. Вы можете вытереть свои руки, протереть горлышко тубы и после этого уже приступить к употреблению. Для того, чтобы более комфортно было употреблять наш продукт, мы придумали вот такой космоключ. Он помогает в первую очередь женщинам и детям употребить наш продукт. В каждый колпачок снабжен, значит, прокалывателем. Вы вскрываете тюбик, помещаете его в рот и с помощью ключа начинаете закручивать этот тюбик и наслаждаться космическим питанием, которое кушали космонавты на орбите. Всего вам доброго, удачи. Покупайте наш продукт.